пофиг на сланцы, идем. Так, идем, короче, мы в бассейн. Блин, тут темно. Ну да ладно. Человек находится в Котельковском факу. Фак, о, фу. Здесь еще пляжный. Либо можно по дорожке не скачать. Так, ну что? Итак, здравствуйте. Значит, вы здесь представляете ФОК. Объясните, пожалуйста, нам, что здесь, для чего это нужен, что это, где мы находимся и так далее. В бассейне. Не, ну а и, например, что здесь делают? Здесь плавают, купаются. Плавают, а, например... Ладно, вопрос. А вот вода, что там внизу? Это? Плитка. Плитка? А какая, можно посмотреть? Ну, вернее, посмотри. Давайте посмотрим сейчас. Стабильно хорошая. Как вы на это скажете? Так, знаешь, а для чего вот эти штуки? Это беговая польза. Короче, соревнования проходят. Соревнования, ну? Чтобы с этих часовой дорожки не выходили. А, это типа, а это для чего? Это на них тренируются. Как тренируются, в смысле? Падают или как? Так, какие-то, ну. А без этого нельзя плавать, да, короче? Или ты утонешь? Туда. А, я думаю, такие штуки мутятся. Ну, в принципе, понятно. А что еще можете объяснить в этом месте? Вот это, например, для чего флажки? Ну, для чего? Не знаю. Наверное, доставать до них, да? Больше получается. А это, я так понял, наверное... Ну, типа середины. Может, для пляжного там есть тут? А, может. Пляжный волейбол или что-то такая хренька. А есть мяч? Можно мяч намутить, нет? Мяч. Посмотри мяч, не знаю, попробуем что-то. Я пока остальное сниму, значит, там... Ой, блин. Я еще плавать что-то разучился, надо под водочку пропустить, господи. Так, если меня еще слышно. Короче, с этой фигней прыгают люди. Я тоже хочу прыгнуть. Че, пожалуйста, нашел, блядь? А. Ну ладно, тогда объясни, что это такое? Да блин. What the fuck? Объясните, что вот это такое? Я не знаю. Ну вот эта вот шняга, с нее, наверное, прыгают, да? Третья, например, с нее, наверное, стартует, я так понял, да, туда? Да. Ну давайте попробуем забраться на нее. Ой, блядь, вот я старик уже. Моя пузо, блядь. Да, на одной рукой так-то, другой же держу камеру. Давай, забирайся. О, да, ес. Че, запотело не сильно, нет? Так, и, короче, надо прыгать, да? Да. Вместе сейчас мы чисто с ютубе-зрителем и вот этим человеком можем прыгнуть, да? Да. Давай, только я вам умею только фирменную бомбочку, окей? Если да, я тоже бомбочку. Давай, тогда ты с той линии, чтобы одновременно. Чтобы оценить, а я буду сбоку так свести съемку. А. Итак, говорите, за Котельникова. Попер. Шапочка ваша слетела. Не, у меня еще на месте, благо. У тебя башка-то здоровая. Ну правильно все. А где такие шапочки можно приобрести, вопрос? В аптеке. В аптеке? А сколько стоит? Я не знаю. Рублей 100, наверное, да? Да, я. Кто-то мне говорил, рублей 100 стоит. Ну, в принципе, снаружи не так вот. Видите, стал. Ну, а теперь надо... Теперь надо что-то. А что ты, не нашел мячик, что ли, а? Да. Почему? Да их прячут. Их прячут? Их этих... Я там и прячу, да. О, да. Их прячут. Так, ну что, ничего можете рассказать насчет этого фока? Стоит ли сюда ходить людям и так далее? Вообще, да. А сколько стоит это удовольствие? А то мы здесь на халяву пришли. Спасибо, 55 рублей. 555 рублей, да?
Какой 500? А сколько? 55. 55, благо, нормально. Спортзал 44 рублей. 44? Ой, это качалка. Час, да? Да. Один час. Спасибо. Понятно все. Я надеюсь, было слышно, а то микрофон все. Заебашься, дай духу.